Первый этап – грунтовка. Но перед ней, если есть дефекты на дереве, их нужно зашпаклевать. Чаще всего мастера изображали цветочные композиции, что символизировало древо жизни, и сидящих на них райских птиц, так как символ семейной пары. Роспись на изделии наносилась сразу, без предварительных эскизов, и всю композицию мастер держал в голове. На кисточку берется сразу два цвета. Это характерная черта махового письма уральской росписи. Традиционной уральской росписью расписывалось полностью внутреннее убранство дома, а также туеса, прялки и другие предметы. Знакомство с уральской росписью у меня уже 23 года, и сейчас на данном этапе это уже очень важная часть моей жизни, то есть это уже для меня больше, чем промысел. Это действительно что-то такое интересное, какая-то вот наша уральская традиция, которую почему-то, ну, хочется вернуть обратно. Это, не знаю, великое дело, по-моему.